Я хочу вставлять. Как-то мне это все не нравится. И все равно бомбить будет. Звучит? В последнее время на нашем канале выходили несколько видео, где у меня конкретно бомбило по какой-то причине. Я очень много возмущался, что-то рассказывал на недовольстве. Сегодня такого не будет. Сегодня я буду более конструктивно рассказывать, но все равно о минусах и недостатках. Не бомбануло, и день прошел зря. Дело в том, что в последнее время в обществе участили жалобы, касающиеся макбуков. Кому-то что-то не нравится, и это не только мои замечания, я видел это в комментариях, мне об этом рассказывали друзья и знакомые, да и вообще в сети появилось много информации. Я с ней согласен, потому что не так давно я обновился со своего MacBook Air до MacBook Pro, и я нашел в нем ряд конструктивных недочетов, которыми я и хочу поделиться. А заодно привести пример того, что я считаю нужно исправить в будущих моделях MacBook. Возможно, вы со мной согласитесь. Первое, на что я обратил внимание спустя 2 недели использования своего MacBook Pro, это то, что его экран покрылся царапинами, притом эти царапины от клавиатуры. Я замечал такое на других компьютерах, и все последние модели Mac'ов царапаются сами об себя. На мой взгляд, это просто неприемлемо. Я понимаю, что из-за того, что он тонкий, клавиатура очень близко к экрану, все это сжимается, и законы физики никто не отменял, но что-то с этим делать надо. Может быть, надо обновить дисплей и сделать его менее царапающимся. Может быть, как-то усилить конструкцию, но что-то с этим делать надо. Это неправильно. Клавиатура не должна царапать экран ноутбука буквально через несколько дней его использования. При этом надо отдать должное Apple. Они меняют такие экраны, если когда он включен, царапины видны. Но все равно это не отменяет того факта, что с этим надо что-то делать. Также есть еще проблемы и с облезающим олеофобным покрытием. Это вообще мрак. И это просто смотрится ужасно. В этом случае тоже компания идет навстречу и меняет такие дисплеи. При этом меняет она их в течение 4 лет с момента покупки компьютера. Это достаточно. За это время уже все должно облезть, если оно в принципе будет облезать. Да и компьютеры далеко не всегда столько служат. Если вы согласны с тем, что царапины это неприемлемо, напишите это в комментариях. А заодно расскажите, были ли у вас случаи, когда вы обращались в сервисный центр с такой проблемой и вам меняли дисплей. Второе, на что я обратил внимание, касается клавиатуры. Третье поколение бабочки, которое устанавливают, например, в новый MacBook Air, оно практически идеальное. Клавиши четкие, мягкие, ровные, хорошо ходят, они защищены, к ним нет никаких вопросов. Главный вопрос ко второму поколению. Почему вторым поколением до сих пор оснащаются актуальные и продаваемые модели MacBook Pro? Почему нельзя на них ставить третье поколение, чтобы они выходили с завода уже с новыми клавишами? Но это же так просто, это так логично. Мне не нравится то, что эти клавиши немного дребезжат. По сравнению с третьим поколением, такое ощущение, что там сейчас что-то отвалится. Они очень шумные. Я хочу, чтобы это поменяли. Пожалуйста, обновите в следующем поколении все клавиатуры Mac'ов. Пусть они все будут новые. Третьим пунктом, но скорее по порядку, а не по значимости, является откровенно слабый USB Type-C в некоторых моделях MacBook. Например, в моем MacBook Pro спустя 4 месяца использования провод вставляется в USB Type-C и очень сильно там болтается. Если речь доходит до жестких дисков, у меня постоянно появляется сообщение о том, что накопитель извлечен неправильно. Почему так происходит? Почему просто от обычного колебания он отходит? Так быть не должно, и это не только у меня так. В некоторых студийных компьютерах мы тоже посмотрели, они тоже работают очень посредственно. В новых MacBook'ах такой проблемы нет. Провод защелкивается очень четко и ровно. Но почему нельзя опять же выпускать новые компьютеры с такими разъемами? Почему нельзя его обновить? В следующем поколении это надо обязательно сделать. Да, я знаю, у USB Type-C есть конструктивные недочеты. Например, у него нет защелок, которые позволили бы его четко фиксировать в положении, которые есть у Lightning, есть у micro-USB, у обычного USB, практически у всех проводов. Здесь этого нет, он держится, ну, откровенно более слабо. Но все равно с этим можно что-то сделать, как показала практика на примере MacBook Air. Сделайте что-нибудь с этим. Номер 4 моих замечаний сводится к скрипу крышки MacBook'ов. Опять скрипит потертое седло. Притом это касается практически всех моделей. Даже Air, которым я пользовался в течение месяца, тоже начал поскрипывать. Сначала на это не обращаешь внимания, и звук такой похож на щелчки больше, как будто где-то попала пыль, и она разрушается. Возможно, что-то с шарниром, возможно, это действительно загрязнение. Но так нельзя, с этим что-то надо сделать. Если ты это заметил один раз, ты продолжаешь это замечать. И все крышки MacBook'ов, которым больше 2 месяцев, которые я шевелил, работают именно так. А в моем случае еще есть неприятный звук при захлопывании крышки. И это не тот упругий звук, который издает крышка, просто ударяясь о корпус. Нет, это какой-то щелчок, как будто между 2 железками раздавили пыль. Очень неприятный звук. И тоже я на него обращаю внимание. Я недоволен этим. Последним на сегодня 5-м пунктом является скорее даже не конструктивный недочет, а больше мое пожелание относительно новых моделей MacBook'ов. Дело в том, что я очень часто работаю в дороге, и мне просто постоянно нужна сеть. Конечно, есть режим модема, но это тот еще костыль. Он то не работает, то отваливается, айфон постоянно греется, если он лежит в кармане и сверху ноутбук, он не очень хорошо ловит. Я хочу вставлять симку сразу в MacBook. На мой взгляд, это будет очень удобно, и этого действительно не хватает. Если это сделают, я прям даже обновлю свою версию на новую, потому что мне это реально нужно. Я согласен.
согласен с тем, что, возможно, в корпусе не хватает места, хотя я не знаю, почему его там может не хватать. Но даже если это так, сделайте хотя бы электронную симку, чтобы нельзя было сказать, что ее там нету. Да, в России это будет работать очень условно, но хотя бы она там будет. На этом у меня на сегодня все. Напишите в комментариях, что бы вы хотели видеть в новом MacBook, что бы вы хотели исправить и чего вам не хватает. Не стесняйтесь, пишите все, что хотите. Обсудим. Меня зовут Артем, это был AppleInsider.ru. До новых встреч. Всем пока. Снято!